Каждый родитель пытается дать своему чаду только все самое лучшее. Уже с малых лет они записывают малышей на различные кружки и спортивные секции, чтобы у ребенка мог раскрыться тот или иной талант. Знаменитые люди тому не исключение. Они с удовольствием делятся в соцсетях достижениями своих звездных наследников. Узнаем, чем занимаются дети российских звезд и где они преуспели. Дочь Александра Маленина, Устинья, Девочке достался вокальный талант от знаменитого отца, поэтому родители стали развивать ее в этом направлении. Уже в 16-летнем возрасте она начала строить музыкальную карьеру. В настоящее время Устинья продолжает обучение. Она является студенткой Лондонской консерватории. С ранних лет Александр приучал дочь к светской жизни, беря ее на различные мероприятия. Дочь Екатерины Волковой, Лиза, Звезда сериала Воронина имеет свой подход к воспитанию дочери. Она никогда не заставляет ребенка делать то, что ей не нравится, и прислушивается к ее мнению. Девочка сама выбирает, на какие кружки ходить и какими видами спорта заниматься. Лиза изучает английский язык, ходит на плавание, фигурное катание и занимается конным спортом. Когда Лиза захотела попробовать себя в дизайне, мама не стала препятствовать и отвела ее на кружок дизайнеров. Как оказалось, это увлечение Лизы серьезно. Она уже знает много и не собирается бросать это дело. В своем инстаграм Екатерина поделилась, что гордится дочерью, которая решила идти по стопам своего отца. Дочь Ксении Бородиной, Маруся. Телеведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» является мамой двух дочерей. Своими методами воспитания Ксения часто делится в своем микроблоге. Старшая Маруся с ранних лет занимается художественной гимнастикой и уже добилась больших успехов в этом виде спорта. Девочка регулярно тренируется и выступает на различных конкурсах, где занимает призовые места. Дочь Юлии Барановской, Яна, 12-летняя дочь телеведущей настоящая труженица. Яна активно занимается спортом, акробатикой и теннисом, а также в совершенстве знает английский и китайский языки. Но и это еще не все. Главная слабость Яны – это танцы, которыми она увлекается с малых лет. Яна участвует в самой известной танцевальной студии страны «Тодос». Сын Марии Кожевниковой, Иван, Своего старшего сына Ивана актриса отдала в хоккей, в котором когда-то преуспел ее отец. И у мальчика действительно в этом виде спорта имеется огромный талант. Любовь к хоккею у Вани проявилась, как только он начал ходить. Тогда его дед взял с собой на хоккейный матч, и мальчик был в восторге от происходящего. Сын Филиппа Киркорова Мартин. Поп-король российской эстрады, один воспитывает двоих детей и старается дать им самое лучшее образование. Сын Мартин – большой фанат футбола и тенниса, но именно футбольное поле ему ближе всего. Впервые футбольный мяч мальчик взял в четырехлетнем возрасте и с тех пор с ним не расстается. Сейчас Киркоров-младший футболом занимается профессионально. Он обучается в филиале Академии футбольного клуба «Барселона».